Подлещ. Я думал, уже нету. Подлещик. Вот это у меня. Жарёшь на его. Вот мелочь тоже. Карась прям гуляет. Пошла. Пискарик, какой он мелкий. Ладошку считай. Хороший. Небо красивое. А вот и окунёк. Да, за обед. Количество по... Друзья, всем привет. Как и обещал, в следующий раз выйти на Нуру. Вот мы дошли на Нуру. Хорошо, что я одел болотники. Травы, короче, вот так вот по пояс шел. Трава такая густая прям. Смотрите. Такое место хорошее. Вот здесь вот озерцо, ну как, заливчик такой из камышей. Вот здесь вот карась обычно собирается. Я поэтому болотники свои одел. Сейчас попробуем здесь полазить. Вот так мы идем по болоту прям. Да. Я вон там вижу, вот в середине, как карась прям гуляет, крутится. И камыш вон подъедает. Поймал я наконец-то рыбку, все места обходил, вот плотвичку поймал. Все там обошел, все эти озера, заливчики. Там еще рановато. Короче, по пути шел-шел, вот так кидал-кидал. И тут вот место нашел. Удочку не стал всю раздвигать. Оба, есть. Хорошая колбаска. Нифига себе. Жирного червя поставил. О, пошла. Есть. Сейчас надербаним тут. Да, я, наверное, все-таки закидушку поставлю на судочка или на щуку. Конечно, надо грузик было помощнее прицепить. У меня здесь стоит, но он легкий вообще вот. И мешать мне рыбачить. Так, ну а мы продолжим. Да, блин. Уже четвертый раз. Я никак не могу подловить. Есть. Это 4 или 5 раз не мог никак. Хорошая. Это уже получше. Тихо. Ну, клюет хорошо. Я вот сколько забрасываю. Еще не было пустых забросов почти. Есть. Как ты? Сразу клюет. Есть. Да, начинаю париться. Надо переодеваться. А то сейчас меня комары сожрут. Вот и все. Переодеты. Это что такое? Смотрите. Чуть больше червя. Офигеть. Это пискарик. Какой он мелкий. Давно пискариков не видел. Ну такое это что? Это что это? Да. Это рекорд прям. Оба. Опять? Что это такое? Чуть-чуть больше. Вот с мизинец мой. Совсем капец. А вот теперь понял. Ё-моё. Ну что это такое? Чуть больше червя опять. О. Я осенью только щуку ем отсюда и все. Остальную рыбу какую ловлю, только чисто к ошакам. Ну судака, если поймаю, я его по-любому пожарю. О, хорошенькая. Эй, колбаска, не крутись. Так, добрался я до этого места, куда хотел. Ух ты! Вот это да! Вот это рыбина. Фух, тихо. Капец, я не ожидал максимально на этом месте. О! Офигеть! Мелочь. У вас сначала самая крупная, теперь самая мелкая. О, хорошенькая.
Сейчас жара начнется, тучки все ушли. Видно, прям стаями стоят. Сейчас еще минут 5 постою. Пойдем, там последний залив есть. Сейчас быстро перекушу. Чуть-чуть еще постоим тут. Погода сегодня вообще хорошая. Только ветер мешает. Но, честно говоря, жару я вообще не переношу. Мне лучше, когда прохладно, холодно. Поэтому я осень люблю. Ту, ё-моё. Тебя мне только не хватало. Пучеглазый и ёршик. Иди отсюда. Идем на другое место. Вот такая вот здесь красотища. Чуть место поменялось. Песка сюда вот намыло больше. О, классно. Мощная рыба. Опять ёршик. Надоели. Еле-еле колбасит его. О, может, это карасик? А нет, плотва. Интересная поклевка была. Сейчас я ее поставлю на живца. Закинул я закидушку. Ну, так, чтобы видно было. Зафиксируем. Идем рыбачить. Есть. Наконец-то. Ух ты, это лещ. Лещик. А вот и лещик. Вот он. Я думал, уже нету. Там как и в том году. Я думаю, что там за хитрая плотва такая? Это, оказывается, лещики. Здесь мелковато, конечно. Для прикорма лучше вот здесь, вот где-то метр еле как. Опа! Вот это хороший. Вот это уже подлещик. Нормальный. Тихо. Фу-ху-ху-ху. Вот я и прикормился. Первого такого поймал. Тихо. А второй уже лопатка такая. Красавчик наш. Считай, плотва. О, какая. Ну, не кайф ли? Конечно, кайф. А я ведь собирался уходить. Вот это я сегодня кайфанул. Не зря на нуру пошел. Блин, в следующий раз ведро надо другое брать. О! И есть плотва уже. Вот это у меня хорошенько сегодня. Вот когда ее? Опа! Наконец-то. Ты хитропопая. Взял я тебе. Новый толстенький червяк. Опа! И плотва вся хорошая. Жарешная такая. Крупная. С ладошку считай. Да. И ветер мне не помеха. Потому что в спину дует. И тоже крупная. А, хорошенькая. Вообще крупная сегодня, вообще много. И лещ, и окунь. Все сегодня взял. Только хлеб взял, остаток прикормить им на. Опять рыба разыгралась. Сегодня я прям на кайфе вообще. Еще одна хорошая. Все, крупняк. Какая красота. Да. Давно я так не рыбачил. Вот что значит, сети еще не поставили. Летом начнут ставить, перекроют, падлы, все. Разве этим браконьерам самим не охота вот так приехать, покайфовать, чтобы рыба всякая была? Нет, вытащат все. Небо красивое.
Облака тоже. Оба. А вот и окунек. Хотел я собираться. Еще минут несколько побудем. Окунярик. Соблазн, когда напоследок начинает клевать. Думаешь, сейчас еще чуть постою, сейчас еще чуть постою. И в этот момент надо уходить. Иначе это не закончится никогда. Поклевку видишь, все. Азарт заново начинается. Сегодня рыбалка у меня удалась. Клевать перестала совсем. Я уже устал, если честно. И стоять, и вообще. Уже время за обед, тем более, ушло. Перекусить-то я утром перекусил, а все равно не то. Так, ну что, посмотрим, что у нас тут с рыбой. Я сегодня набил вообще. Даже вот средняя рыба, и то она жарешная вот. Вся крупная, можно сказать. Вообще вся. Ну, больше крупной. Вот это даже. Теперь вот это мелкая, кажется, хотя она не очень мелкая. Вот она, первая наша крупная. Первый подлещичек. Черная кошка у меня любит лещей жрать. Так, где этот лещ? Моя красота. Вот мелочь тоже. Окунек он. Сполосну. Все, заканчиваю ролик. Устал жутко. В следующий раз с утреца пойдем сюда. До обеда порыбачу. И сил побольше останется. Надеюсь, и наловим побольше. Возможно, не количеством побольше, а качеством. Всем, кто смотрел, спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Смотрите мои предыдущие видео. Там не только про рыбалку, но есть рыбалка с прошлого года. Там на канале у меня есть плейлист «Рыбалка». Там чисто про рыбалку. В общем, смотрите, что вам интересно, что вам понравится. Комментируйте видео, оставляйте комментарии. Ну, а я собираюсь, да, в путь. Всем пока!